апреле этого года итальянская полиция арестовала группу активистов, выступающих за отделение от Италии северных областей – Венето и Ломбардия. Всего было задержано 24 человека. Их обвинили в хранении оружия, терроризме и подрыве демократических устоев. По данным следствия, сепаратисты собрали самодельный танк, бульдозер с импровизированной пушкой, и собирались на нем въехать на главную площадь Венеции – Сан-Марко. Флаг независимой Венецианской республики. Это государственное образование существовало 1100 лет, но в конце 18 века оно было уничтожено Наполеоном. Сегодня область Венето – один из самых благополучных и развитых итальянских регионов. Одних налогов здесь собирают 70 миллиардов евро в год. Эти деньги уходят в государственный бюджет. Оттуда возвращается на 20 миллиардов меньше. Венецианцы считают такой дележ несправедливым. Какой нам смысл оставаться с итальянским государством, этим бюрократическим монстром, который думает только о себе, требует кучу денег и при этом ничего не хочет давать взамен? Джанлука Бускату занимается высокими технологиями, а с недавних пор еще и политикой. Весной этого года он организовал онлайн-референдум. Венецианцам было предложено ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы их регион Венето стал независимым. В голосовании приняло участие 2 миллиона человек. Это больше половины местных избирателей. И 89% участников референдума проголосовали «за». Наши следующие шаги – это завершение официального подсчета голосов, дипломатические действия на международном уровне для того, чтобы получить признание в мире результатов референдума и, соответственно, провозгласить декларацию о независимости Венецианской республики. Центральные власти заявили о том, что интернет-голосование незаконно, и его результат значения не имеет. Италия никакой автономии Венето не даст. Двое из трех парламентариев должны за это проголосовать. Воспользуемся аллегорией. Трое в лодке. Один гребет, двое других отдыхают, загорают на солнышке. В какой-то момент тот, что гребет, в нашем случае это венецианец, говорит: «Все, я устал, погребите вы немножко». Они просыпаются и говорят: «А у нас демократия, давайте мы проголосуем». Голосуют и говорят: «Венецианец, продолжай-ка ты грести дальше».